Всем большой привет! И у меня вот такая красавица шалериана с вот такими чудесными листьями, поставщик Швёртер. Брала, как всегда, у своих любимых орхидейных кудесниц горшок полный корней. И я обожаю шалерианы и подобные орхидеи, фаленопсисы, ну и другие орхидеи, не только фаленопсисы так себя ведут. У них, видите, растущие кончики корней не зелененькие, а такие красивые, розовые, так необычненько, классненько. Это супер, это очень разнообразит будни орховода, когда ты можешь полюбоваться и шикарными листьями, и интересными корешочками, ну и, конечно же, цветением. Итак, это чудо пришло ко мне с вот тут засохшей частью цветоносика. И вот таким живым, и решил его ответвить. Нарастил у меня, и вот цветет. Я безумно счастлива. Она очень красивая. У нее очень красивые листья и очень красивые цветы. Я вообще, честно говоря, безумно люблю природников. Вот я достаточно равнодушна к крупным голландцам. Да, и не только голландцам. Есть шикарнейшие, я согласна, шикарнейшие гибридные фаленопсисы с огромнейшим цветком. Мне нравится, например, Сога Юкидан. Будете смеяться, просто вроде бы белая орхидея. Боже, ну как она мне нравится. Она очень красивая для меня. Есть неимоверных цветов, переходов, переливов. Ой, не помню. Ну, нравятся они мне тоже, но вот особый трепет я испытываю вот реально от природников. И, ну, во-первых, для меня это, знаете, вот кусочек дикой природы у тебя дома. И ты можешь это взрастить, ты об этом заботишь. Ну, в общем, для меня это такая целая история. И мне действительно очень нравятся цветы первозданные, как их придумала природа, как вот они эволюционировали, чтобы выжить, чтобы быть опыленными со всеми вот этими прелестями. И меня в этом завораживает то, в этой всей красоте, что каждая крапушка, каждое изменение цвета, переход, форма губы, все, абсолютно все в этом цветке, каждый штришочек, он не просто так, то есть он не для красоты, там, он сделан для того, чтобы его опылили. Блин, это так круто, это, честно, это неимоверно, природа просто божественное чудо. И вот такое обалденное, да, скромненькое цветение, но, честно говоря, я ожидала, что он отсушит цветонос и будет спокойно расти, восстанавливаться и процветет попозже. Ну, вот он процвел уже и очень красиво, очень, я теперь не знаю, надо как-то в свой график попытаться втиснуть его, чтобы порисовать, но он просто обалденнейший. Вот такое распрекрасное чудо. И, конечно же, будет фотосессия, будут фотографии этого чуда красивые. Да я руку все время подставляю, чтобы кадром было легче навести, чтобы вы порассматривали цветы. И, конечно же, фотографии вы, как всегда, найдете в моих соцсетях, в Инстаграм или на ФБ. Вот с этим красавчиком. Не устаю любоваться и, знаете, вот до сих пор искренне не понимаю. Ну, знаете, когда люди говорят, ну, фаленопсисы, это уже фу. Это уже не престижно, и вообще, если ты когда-нибудь попробуешь котлеи, секрет открою, вон, все в котлеях, ты откажешься от фаленопсисов навсегда, особенно от вот этих мышевеньких природных, они же вообще никакущие. Ребят, ну не знаю, как они могут быть никакущими, это же чудо природы. А, это обалденно. Я не знаю, кто так говорит, почему так говорят. Да, котлеи, они просто спектакула, невозможно, я опять забываю слова, я вспоминаю их на любых других языках, но только не на том, на котором рассказываю, это ужасно. Но в каждом цветке есть своя прелесть, ну, я не знаю, как этого можно не замечать, это вау. Я очень люблю всех. Ай, ладно, не буду вас больше задерживать, стою тут. Так, запаха нет, аромата нет, это сказала, да, то все спрашивают, пахнет, это не пахнет, ну, пока не пахнет. Или еще не пахнет, или уже не пахнет. Ну, в общем, не пахнет без аромата. На этом все. Ищите фотографии этой красоты у меня на страничках. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Как всегда, неизменно традиции, благодарность всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Спасибо. Действительно, очень ценю и ждите подарочки.
Да, скоро поедут к вам подарочки, к моим патреончикам, от меня всякие разные. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите вот тут по видео, которые появляются, они все время, у меня как-то по-разному видео их ставлю, появляются. Эти видео вас могут заинтересовать или плейлисты, и в описании еще много всего полезного. И всем солнечных дней, пышных цветений, и пока-пока!